Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас в работе блок от Cadillac 2 литра Turbo, блок E80. Нам нужно сделать тюнинг Евро 2. Делать мы будем комбилодером. Если комбилодер не справится, значит достанем его терминал. Давайте попробуем подключиться. Чтобы посмотреть подключение на E80, вот мы перешли сюда на вкладку комбилодера и посмотрели, куда какие контакты идут. Включается вот 5 проводов. Ну, собственно, эти 5 проводов мы и подключили. Вот у нас масса в черном разъеме, 2 питания и can high, can low. Давайте включим зажигание. Нагрузка у нас 0,3 ампера. Это нормально. И сейчас попробуем комбилодером зачитать этот блок. Комбик я уже открыл, выбрал отделка E80. Делаем идентификацию. Идентификация у нас прошла успешно. И теперь нажимаем чтение. Чтение недоступно. Это все потому, что сейчас этот блок, который у нас лежит на столе, это новейший блок Agdelka E80A. Поэтому комбик с ним не работает. Этот блок 2020 года, Cadillac. Придется доставать, да даже не придется, а нужно доставать его терминал и вычитывать этот блок в полном объеме. Вот мы открываем его терминал. Находим Opel GM, ЕЦУ, и давайте посмотрим информацию о нашем блоке. Включаем зажигание. Сейчас сюда, в этот пустой экран, должна вывести информация. Вот она, вся информация. Номера калибровок блоков, пробег. Так, теперь нам нужно зайти Agdelka E80 и нажимаем Connect. Все, вот здесь написано, что загрузчик законнектился с блоком, и теперь можно применять разные функции, функции чтения и так далее, и так далее. Так, давайте сосчитаем сначала Shadow. Паспорт сосчитаем. Вот он, наш паспорт. Его можно скопировать вот так вот. Я обычно так делаю. Создать текстовый документ. И вот сюда вставить просто этот паспорт. Потом можно будет, если восстанавливать, то можно будет скопировать и сразу забить в эту линеечку. Ну и давайте теперь прочитаем флеш. Вот началось чтение флеш основного блока, самого длинного. Работает его терминал. Идет чтение. Нагрузка в этом режиме 0,24 ампера. Вот он написал, что флеш прочитана. Теперь перейдем в Memory Dump. Вот он у нас. И нажмем сохранить. Просто напишем. Ну и также EEPROM. EEPROM, в принципе, эмулирован в эту флеш. Его читать ни к чему, потому что флеш идет целиком вместе с EEPROM. Ну, можно, в принципе, прочитать вот. И также, вот он, EEPROM. И также мы его сохраняем, только подпишем EEPROM, да и все. Так, ну вот, этот блок мы в полном объеме, собственно говоря, сосчитали. Вместе с Shadow, сосчитали Flash,
Ну, ЕПРО не обязательно было читать. Сейчас подготовим дамп, тюнинг Евро 2 и зальем ИО терминалом, обязательно пересчитав при этом контрольные суммы. Итак, с блоком мы законнектились. Прошивочка подготовлена. Давайте мы ее будем заливать. Идем в Memory Dump, открываем прошивку нашу. Кто автор прошивки, мы видим по окончанию, да? TE2. Это RSV Алексей. Он на эти машины делает очень крутые прошивки, скажу сразу. Давайте мы ее сейчас зальем. Открываем. Вот сюда она в буфер уже загрузилась, эта прошивка. Естественно, с пересчетом контрольных сумм. И все, нам остается только нажать Write Flash. Нажимаем. Сейчас идет предстирание. Вот о чем он говорит. И затем поблочно будет запись. Вот мы видим, сейчас прогресс пошел. То есть началась запись флеш. Итак, мы видим, флеш у нас записалась. Делаем дисконнект. Обязательно после стяка операции. Выключаем зажигание. И сейчас нам нужно посмотреть, опять же, ECU info. Определить, правильно мы залились или неправильно. То есть, если он не определит, значит косяк какой-то в прошивке есть. Если определит, значит все окей. Также смотрим вот в это окно. Все. Вот, пожалуйста, все данные появились, блок на связь выходит, все прекрасно. Можно ставить его на машину и заводить. Вот посмотрим, чем отличаются вообще прошивки на этих блоках. Дело в том, что прошивка на этот блок весит 6 мегабайт. Обратите внимание, вот 6-мегабайтные уже комбик их не делает. Нас выручает только ИО-терминал и Алексей РСВ. Ссылочку на его магазин, чтобы приобретать прошивки, я оставлю внизу под видео. Покупайте прошивки, всегда четкие у него. Ни разу никаких сбоев не было. Особенно о работе с группой GM. Сегодня мы с вами делали блок Agdelka Delphi E80. Но на самом деле этот блок оказался E80 с литерой А. Комбик с ним справиться не смог. Нам в этом помог замечательный его терминал. То есть с помощью его мы прочитали и записали полностью флеш. Всем всего самого наилучшего. Много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья.